Кто знает, что есть такой декоративный кустарник из семейства барбарисовых. Это магония подуволистная. Интересна она своими вот кожистыми глянцевыми листьями, которые не опадают несколько лет. И если такой кустарник уходит под снег, под снегом эти листья сохраняются, а весной, когда снег растаивает, вот такие вот красивые кожистые листья красного цвета радует глаз. Это растение очень красиво цветет желтыми кисточками, такими цветочки небольшие, но очень декоративные, и дает съедобные плоды. Но плоды эти используют для подкрашивания кондитерских изделий или, может быть, даже просто используют его в пищевой промышленности как краситель. Это растение может разрастаться вот такой вот подушечкой. То есть это невысокое растение, до метра в высоту, но растет оно больше в ширину.